Получить навыки работы с современным оборудованием еще во время учебы в колледже. Такую возможность получили будущие горняки Караганды. В регионе открылся центр компетенции по горнодобывающему делу. Его могут посещать студенты разных учебных заведений шахтерской столицы. Илана Чаус продолжит. Владимир Кагай без пяти минут – подземный электрослесарь. Потомственный горняк, студент последнего курса колледжа, он уже не раз был в шахте. Потому хорошо знает, что попав на производство после учебы, молодые специалисты первым делом снова садятся за парты. Теоретически, да, мы можем работать и слесарем, и механиком. Но дело в том, что новое оборудование поставляется, и нам пришлось бы, придя на производство, сразу проходить переобучение. Какие-то новые данные получать, учиться работать с новым оборудованием. Программы колледжа в основном ориентированы на получение базовых теоретических знаний. Оборудование в мастерских быстро устаревает. В центрах компетенций все иначе. При создании все эти стенды, они действительно те, что есть на производстве. Это модели производственных циклов. То есть на производстве кто не сразу не допустит к дорогому там, на практике, тому же станку, да, который стоит миллионы и миллионы. А здесь вот эти стенды позволяют те же процессы, которые происходят на производстве, изучать же в виде моделей. Оснастили этот центр в основном будущие работодатели. Они заинтересованы, чтобы студенты обучались на образцах оборудования, установленного именно в их шахтах. Госучреждение не угонится за данным оборудованием, которое используется на наших предприятиях. Потому что у одного производителя одно оборудование, у второго производителя другое оборудование. С аналоговой на цифровую в оборудовании уже используются непосредственно микроконтроллеры. То есть знания уже простого электрика должны быть повышены на, будем говорить, уровне инженера. И знать микропроцессорную технику, компьютеризацию. Занятия в центрах факультативные. Получают спецподготовку пока только лучшие из лучших. Здесь же студенты готовятся к профессиональным соревнованиям. На этой базе можно проводить и курсы повышения квалификации. Юлана Чаус, Василий Савкин, Карагандинская область, Хабар 24.